Юрий Картаусов – один из тех, кто принимал непосредственное участие в развитии Тирасполя и предприятий, которые сейчас стали не только визитной карточкой города, но и всей республики. 80-летний юбилей ветеран труда стал кавалером Ордена Почета. В зале уважаемые знаменитые тираспольчане. Каждый из них внес существенный вклад в развитие города и республики. Но виновник торжества Юрий Федорович Картаусов. Сегодня он отмечает юбилей. Один из главных и важных подарков в день рождения – Орден Почета. Юрий Картаусов трудился на многих предприятиях республики. Более 10 лет проработал секретарем Тираспольского горкома партии, где отвечал за развитие промышленности и строительство столицы. «Старались сделать город экономически сильным», – вспоминает юбиляр. Свою трудовую деятельность, к слову, он закончил всего 2 года назад. «В моей жизни 2 коллектива значимые для меня. Это коллектив кировцев, где я проработал более 15 лет. Меня сформировали в качестве инженера и какого-то руководителя, после чего был выдвинут в городской комитет партии. Это наша награда. Это ваши заслуги. Поэтому я вам низко кланяюсь и выражаю свою признательность. Я говорю спасибо. Неожиданным подарком для юбиляра стал привет из космоса. С орбиты поздравления передали космонавты Федор Юрчихин и Джек Фишер. Картаусов Юрий Федорович от экипажа ТПК «Союз МС-14» в честь 80-летия с дня рождения. Те, кто работал с Юрием Картаусовым, отмечали его желание трудиться честно и на благо города. От собравшихся коллег и друзей имениннику цветы, теплые слова и пожелания здоровья и долгих лет жизни. Ольга Голованова, Сергей Василев, Первый Приднестровский телеканал.